Семена огурца Барон F1 позволят садоводам получить ранний урожай плодов, обладающих великолепным вкусом. Этот гибрид можно выращивать на открытых грядках, в парниках или под пленкой. Растение предпочитает питательную почву с низкой кислотностью. Если кислотность повышена, землю следует предварительно обработать известью. Семена огурца Барон F1 рекомендовано высаживать с 25 мая по 5 июня. Первый урожай созревает через 46 суток после появления ростков. С одного квадратного метра можно собрать до 13 килограммов плодов. Поверхность огурчиков покрыта плотной темно-зеленой кожицей с пупырышками. Огурец Барон F1 – это однолетнее растение. Огурец прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания огурцы прекрасно устроят телепца А и открытый грунт. Огурец Барон F1 имеет ранний срок созревания. Плоды огурца созревают в месяце июнь. Цвет плода зеленый. Вкус отменный вкус. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Обратите внимание, что огурец Барон F1 – самоопыляемый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.